Всем хаюшки, с вами меня Светлана, и это мой канал, и меня просили подписчики говорить, называть свое имя, теперь я буду стараться, и я в этом видео расскажу, кто меня пиарит. Кто следит за моим каналом, то видели, что у меня происходит некое движение, мой канал немножко вырос, и ну, благодаря моим усилиям, потому что я стала активно выкладывать видео. Просто я правда хочу, чтобы мой канал вырос. Я хотела это еще когда была в России. И вначале, когда я приехала, конечно, я мало выкладывала, но это все равно было начало. Я там всего лишь какой-то месяц или два выкладывала. Часто и короткими видео. Но это было мало. И потом был перерыв, и это опять как бы влияло на мой канал не очень хорошо. Ну, короче, в общем, последнее время стала активно выкладывать. Во-первых, стала пытаться короткие делать видео, потому что знаю, что мало смотрят. Ну, большие видео не все смотрят. И растет, так сказать, ну, зависит от того, какое видео, просмотрят часы. Я вижу, что их не особо много смотрят. Вроде как влоги по 10-15 минут смотрелись у меня гораздо лучше. Но все равно канал получается такое абсурдное немножко понимание, потому что я вижу, что маленькие видео все равно их меньше смотрят, чем они там 5 минут, но их все равно смотрят, например, 2 минуты смотрят. И маленькое видео вроде всего 5-6 минут, но я их выкладывала там 3 видео в день, там 4. Но не так это часто было, но выкладывала. Потом просто каждый день выкладывала их, и ну и так получалось такое у меня этот. И так у меня получалось поднимать активность канала. И вот я по сей день стараюсь. И каждый день, и пусть там у меня много пройду. И вот у меня в последнее время вырос вот на 1000. 1029, по-моему, уже скоро 30 будет. И вот эти вот 30 человек, это подписались буквально вот за месяц или за два. Ну, я очень рада, что у меня уже 1000, потому что мне тоже на это надоедает смотреть, как на блогеру, как и вообще просто тупо надоедает смотреть на одну и ту же цифру. Раньше было у меня 300, потом у меня там 500 было, и долго набирается на другую цифру, и в общем, потом было 700 у меня, и вот уже наконец-то с 900 переползло на 1000. Вот. И вообще, сейчас просто у нас нету машины, нас возят друзья на магазины, мы почти не бываем нигде на природе. Просто тоже я раньше говорила, что ждите, будет интересно. Некоторые подписчики преданные остались. Раньше я говорила, что смотрите, оставайтесь, будет интересно. Я же не зря этот канал завела, я знала, что у нас будет. Мы действительно хотели завести канал и вот с определенной целью. Но я уже начала говорить, что нас возят друзья соверующие по магазинам и всяким по всем делам. И вот то, что и получается так, что мы не живем как бы свободно, мы как бы бежим за ними. И вот если по каким-то делам, я просто снимаю то, что вот мы идем где-то там, если можно в здание, если нет, и все. Я даже комментировать не могу, потому что стесняюсь еще посторонних людей. А так рядом кто-то стоит, и я замыкаюсь, как бы. Да, я уже лучше снимаю, я уже при маме могу снимать, комментировать, но при чужих я еще не обвыклась. И когда мы будем сами по себе жить свободно, у нас будет машина, мы будем более-менее язык знать, чтобы ни с кем не ездить, а сами, то я буду гораздо больше рассказывать и говорить, ну, буду стараться. И самое главное, больше показывать, больше разных видео будет, чем сейчас. Так кто меня пиарит? Первый в списке будет, в общем, это был Корефан. Он приходил к нам, он заснял мои портреты, все показал. Это, так сказать, был мой первый выход в люди. Я думаю, что, возможно, он сделает еще видео, может быть, во-первых, по его подписчики будут рады увидеть нас и увидеть, что у нас происходит, что мы как мы выжили и так далее. Может быть, видео будет о том, как вот мы все это прошли, этот наш путь, и чего добились. Возможно, после того, когда уже будет машина у нас, и, ну,
права и все такое. Наверное, мы будем просить его сделать видео, потому что мой канал надо продвигать, ему надо дать толчок, и потому что самой мне раскрутиться очень сложно. Ну, я надеюсь, что он не откажет мне сделать видео. Он сам говорил, что, по-моему, он сам говорил, что потом, возможно, еще сделает. У него есть канал, я оставлю ссылочку на его канал. А в следующем списке будет Флорида Ялта. Мы ее много смотрели в России, естественно. Ее все смотрели, ее наверняка многие смотрели. Но мне нравится ее видео, когда она дома готовит, что-то убирает, в магазины ходит, дорогу показывала. Если честно, я не планировала прям конкретно еще в России как-то прям конкретно просить ее о том, чтобы она пропиарила. Но как-то так получилось, я просто написала у нее, по-моему, под комментарием что-то написала, пригласила, ну, ее подписчиков ко мне на канал. По-моему, она сама отозвалась, по-моему, так и было. И все, и как-то она пошла, и она меня, между прочим, она меня в своих этих видеоэфирах, она меня не один раз пиарила, и в видеоэфирах, и просто в видео. Может быть, это и были эфиры, но она меня раза три точно пиарила. Ей нравится моя мама, мы ей нравимся тем, что мы вот сами пробились и сами добились того, чего хотели. В общем, я не ожидала, что она вообще на меня отреагирует, потому что, ну, мне казалось, ни один блогер не отзовется. Дальше кто меня пиарит? Буквально недавно, неожиданно, случайно для меня, я написала, у нас есть соверующие, тоже они жили в Калифорнии долго, где-то больше 5 лет, и вот сейчас они уехали во Флориду тоже. Их канал Our America и Наша Америка. Я буквально просто так думаю, дай напишу, все-таки соверующие. Она действительно отозвала, и она сделала такой призыв, и вот она дала мой канал, сказала, что я рисую, и вот. Просто нужно и дальше пиарить мой канал, продвигать. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Кому понравилось, ставьте лайки. Потому что очень важно для канала лайки и комментарии. Хотя бы просто лайки. Потому что когда я замечаю больше лайков, то у меня гораздо больше просмотров. Но всего 30 лайков и там 10 дизлайков. И это уже в разы больше просмотров. То есть у меня уже не 100, а 200 просмотров и больше. А там идет рост дальше. Главное, чтобы оно не зависало меньше 200 просмотров. Иначе тогда просмотры так и не будут расти. А вот я заметила, если больше 200 просмотров, он идет дальше рост. Ну и особенно важно, конечно, какое тема видео. Вот мукбанги у меня очень продвигаются неплохо. В общем, ставьте лайк, пишите свое мнение, комментарии. Делитесь с друзьями моими видео. И всем пока!